Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Разные люди помогают нам это делать, независимо от цвета, вероисповедания, наклонностей, всяких ориентаций, в том числе роста, то есть SkyWay для всех. И у нас сегодня очень оригинальный собеседник. Зовут его Эмиль, но подробнее о себе он расскажет сам. Здравствуйте, Эмиль, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Эмиль Бастиан, я сам родом из Казахстана. Живу в Германии как русский немец уже с 91 года. Ну, работал в управлении здесь, в финансовом, а потом из-за операции на позвоночнике ушел на пенсию. А делаю побочно бизнесы разного вида, и, конечно, бывают и неудачи, и удачи. А тут SkyWay я слышал побочно, и мне потом русские женщина с мужем приглашали, но они не смогли мне разъяснить этот проект так, чтобы я его понял. И я попросил, чтобы кто-то из Германии мне это рассказал. Ну, потом нашли они кого и рассказали мне про проект. Я тут сразу сосредоточил внимание, что это что-то для меня. Я в этот проект включился, я влюбился в него, а когда я влюбляюсь в проект, у меня получается. У меня на сегодняшний день 57 на первой линии, а больше 1000, около 1020 всего в команде. Как вам нравится стенд SkyWay на выставке на Транс-2016? Конечно, он для, скажем, не инвалидов, для нормальных роста людей, он очень хороший, удачный, но я уже разговаривал с представителями тут, которые презентируют его, по поводу, как же насчет инвалида, чтобы войти, сесть удобно, чтобы... Все это будет предусмотрено. Сказали, что это все конечно будет предусматриваться и разрабатываться. В целом, я в восторге от проекта и от идеи Юницкого. Я желаю ему, чтобы он очень долго жил, чтобы вот это все в дело привести, чтобы существовалось все еще при его жизни. Спасибо большое. Мы желаем вам того же самого, хорошего здоровья, долгих лет жизни, в том числе для того, чтобы вы, конечно же, ради нашего общего дела привлекли еще больше партнеров, людей, которые поверят в эти идеи и действительно общими усилиями сделают мир лучше. У меня буквально вот позавчера была тут еще встреча с одним из моих адвокатов. Я ему поверхностно рассказал про этот проект. Он даже заинтересовался. Вы знаете, у адвокатов круг большой. Так что дело еще перед нами стоит, еще будет много оборотов. Спасибо большое. Я хотел бы сказать, что величина тех дел, на которые способен человек, совершенно не зависит от его роста. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv-systems.com. Поддерживайте наш проект. И если для того, чтобы не делать это, вы найдете какие-то отговорки, позвольте вам не поверить. Итак, Эмиль, строй SkyWay! Спасай планету! Спасибо вам! Спасибо вам!